Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим верхний шлейф с фронтальной камерой и с датчиком приближения на iPhone 6 Plus. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Теперь отщелкиваем дисплейный модуль от корпуса. Это вы можете сделать металлической лопаткой. Далее необходимо открутить 5 винтиков. Снимаем металлическую защиту и отсоединяем шлейфа дисплейного модуля. Теперь необходимо открутить 3 винтика. Снять металлический держатель. Отгибаем фронтальную камеру и вынимаем слуховой динамик. Теперь необходимо отсоединить сам верхний шлейф. Он приклеен к дисплейному модулю. Делайте это аккуратно, не повредив сам дисплейный модуль. Все снимаем. Берем новый шлейф и устанавливаем его. Устанавливаем слуховой динамик. Устанавливаем фронтальную камеру. И устанавливаем металлический держатель. Теперь необходимо прикрутить 3 винтика. Если на вашем аппарате не работает фронтальная камера либо датчик приближения, в 70% случаев вам поможет замена верхнего шлейфа. В 30% случаев это может быть проблема либо попадания влаги, либо проблема на печатной плате. Так, теперь необходимо подключить дисплейный модуль к печатной плате. Там 4 шлейфа. Подключаем аккуратно. Не повреждайте. Теперь устанавливаем металлическую защиту. И прикручиваем 5 винтиков. Будьте внимательны. Винтики разных размеров. Нужно винтик установить туда, откуда вы его выкрутили. Если вы вкрутите винтик не туда, где он стоял, вы можете повредить печатную плату. Это самая распространенная неисправность при самостоятельном ремонте. Я еще раз повторяю, что будьте внимательны. Что бывают такие случаи, что люди повреждают печатную плату, что невозможно после этого отремонтировать аппарат. Просто запоминайте, где какой винтик стоял, и все. Все прикрутили. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль и прикрутить два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.